мы пришли на нашу работу, и сегодня у нас задание – это выбрать любой тест на беременность и расписать, как его использовать, какие инструкции. Вот эта вот станция, где у нас все находятся тесты на беременность. Теперь мы должны пересчитать, сколько их тут всего находится и какой бы мы выбрали. Вот наше задание. Первый вопрос, это сколько всего тестов в магазине мы смогли найти? Это 8 штук разных брендов. Дальше, какой бы я продукт выбрала? Я выбрала бы Kroger. Туда входят 2 теста и всего лишь за 5,50. Продукт, потому что он, во-первых, самый дешевый, во-вторых, точно с 99%. Как бы я проконсультировала, ну, понятное дело, да, лучшее время это делать тест утром. Дэнни, I'm gonna wear this one day after I give birth, okay? You're gonna buy me one. You know why I'm going to wear one? I don't wanna know. Oh, you wanna explain you? This actually wasn't bad. Так, мы закончили нашу работу сегодня. Сегодня нас немного запрягли. Наша фармацевт думала, что у нас уже каникулы начались, и мы просто так от чистого сердца, с доброй душой решили прийти поволонтировать. Но нет, мы сказали, что наши каникулы начинаются на следующей неделе, а сегодня мы должны там были быть. Вот сейчас мы приехали в университет, потому что нам надо, знаете, что сделать? Отсканировать нашу домашнюю работу по математике. И отправить ее, загрузить файл на компьютер. Пока Дэнни отправляет нашу домашнюю работу, он сейчас ее сканирует. Я вам, знаете, что покажу? Я вам все-таки покажу наши маленькие, как они называются-то, кабинеты, где мы проводим консультации. Я надеюсь, что сегодня там свет будет работать и все будет видно. Мы зашли. Вот тут вот у нас такой ресепшн. За ресепшеном сделаны полочки, такие разные препараты. Вот. Дальше. Тут вот комнатки такие. Свет включился. И если вот видите вот эту надпись, то тут написано студент, student. Сюда садится студент. Тут написано patient. Сюда садится наш пациент. И вот там вот сверху работает камера и снимает нашу консультацию. Нам только что пришло письмо от университета, и там написано то, что после весенних каникул наша учеба переводится на онлайн-обучение до конца апреля. И у нас как бы по плану запланированы, по графику расставлены презентации, экзамены сразу же после весенних каникул, прямо на первой неделе, и как они это все будут организовывать и осуществлять, мы пока не знаем. А в понедельник, то есть через 2 дня, будет собрание у всех преподавателей нашего универа, и что они там решат, нам, естественно, потом сообщат по e-mail'у. Но пока что у нас сейчас начались каникулы, и мы не думаем ни об учебе, ни о занятиях. Мы просто наслаждаемся, и я сегодня была такой свинкой небольшой, потому что я съела печенье. Конечно же, не целую пачку, там полпачки. Я также ела попкорн.
Там еще до хрена вон осталось. Я даже меньше половины чуть-чуть, конечно, поела. И я себе также купила фисташки. Вот. Белла. Белла. Ой, потягушечки. Потягушечки, красивая кошечка. Всем приветик от Беллиты.